Ну вот. Давай, Войт, кидай, попробуй за тебя. Ну ты, короче, Войт, понимаешь, что ты печеньку не ролишь, блядь, Маромна? Пошел на... О, блядь, все, нах, печенька, так сразу печенька. Мастер, заходи на Лару, давай, Войт, на шамана. А, не, у меня все, есть и шаман, и холипал, а толку, блядь, если не там, не там, лишь, сука, не закрытый. Сокровище еще. Да, блядь, сука, в прошлый раз бы закрыл, нахуй, уже бы холипалом прошел, либо ратвиком. Которых у нас нету, сука. Хуй, не зря их качать. Че, мне ретрика, что ли, прокачать? Ходи. Я захожу. А там мах лопнулся, да? Так всяко лучше, чем сидеть в ФК, да? Сейчас пойдем так. Будем потихонечку добирать, нахуй. Мах не с гильдии? Да. А у них еще где какой-то бах писал. Ой, уже пхон не найду, блядь. Так, а кто у нас? У нас нету принято, да? У нас нету у кого? У Зойла, блядь. Чего? Да этих надо. А. Квестов. Я за всякое такое, чтобы клинит в последнюю очередь вообще квест получил, блядь. Почему это? Ну, его заебали на постоянно. Мнение, но... Ну, это мое мнение, мне, типа, лично похуй. Типа, теперь у нас есть Аршам, да? Да. Есть, но пока флотим. Нам можно ретрика или сову. Сова живыми народ. Ну и чё, еще одна будет. Да, нормально будет, если я буду. Сов много не бывает. Если упадет БР, этот... БР, контроль. Если упадет квест, то клиниту не надо будет. Мне пойдет, если не, никого нет передо мной. Если сролят, потому что тут еще пуги есть. Ну, да. У СРДДшников тут пуги только за родом, да? Чего? ШП. 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 Сове не идет, шаманам не идет, я забыл. Из миликов, то из пугов, это вар. Выхухоль. Юбилейный. Ну как из пугов, я его знаю. А кто нам сейчас нужен теперь? Один ДД. Или Вершам, или один ДД. То есть сова, РПЛ. РДД. Не, я бы лучше с профа забрал пояс, чем блять один нахуй. А кто у нас танки? Винар, еще кто? Или Войт, или Медвей. На, тогда Медвей. А, Войт вообще туда. А у нас тогда легенда. Да, тогда я уже там. Ой, у нас тут Джира есть, он, блять, на ап кричать будет, да ебаный. Я не про это. Все будет. Поебать. Финишем. Не про тот монолек. Я могу. Может этот приз 4, бро. Да. Ну вряд ли, у него 273. Ну тут будет 4. Он там калташ там сейчас. Вот слышит это. Ну, это вообще 10 как бы еще нормально. Что, начинать будем, да? Что? Я постою, я дойду. Полтора часа я вместе. Как всегда, да? Ну да, я за 12. Что-то там укла, укла? Ну, не, ну, работа.
перепрошлым, вот вы помните прошлый 21-й? Я 2 часа поспала и ушла на 24 часа. Завтра то же самое, я опять не спала. Я не, нет, все правильно, и спать в 12 часов, просто мне кажется, этот день не подходит. Возможно, день не подходит, возможно, надо в субботу делать, или когда что-то. Когда целый будет, я не знаю, ну, вот у нас сколько людей собирается. Еще меньше, чем сегодня. Сейчас вот одна тело будет. Синтар пришла с подписку Гильди, ну там человек в мульте сидел, видимо, пусть я помрал. Я уже пошла из мульта, я так пришла с подписку. У нас давно пора сидеть. Некоторые люди по несколько месяцев не заходили, и они не в офицерском звании. Это не то, что чьи-то друзьяшки, а вот, видимо, это что на люди, которые я какую-то пошел от всего просто. Да. Блять, ёб его идти на. Кто должен решать? Нахуй, почему как Брюс всемогущий не могу? Там-то где-то да, там-то где-то нет, ёбаного. Бояка проблемы решили. Правильно, так. Вроде все дистрибуют, нет? Юбилейный написал 2 минуты. Блять, нам не АДК нужен. Я думаю, что это за панель. Там перенесите, ребят, перенесите с куба флэсли, ход. На тебе перенеси. Финишем. Джижа, я понял, как тебе отдам это. Я пока курил, мне нравится. Потеление, нахуй. Короче, я вот так. Сейчас что ли, короче. Сектор вытащил. Я тоже не буду. Ни одного не сломал. Чё, мастер, ты в танке? Мне в танке. Так я запутался. Кто новый снайпер? Войт. Она войдет. Не, ну чисто ты мой войдет. Войда, блядь, пароль нахуй. Я могу войдом. Ну это плохо. А какая разница? ДДС. ДДС в любом случае. Нет, не переставайте спамить, там вам все же надо. Да и так и так. Спамить, никто не пишет. Так, друзья. Я пирогу отдам. Outstanding. Я вообще спуганный закрыл. Потому что странная за, мало кто из Зильди приходит и хочет идти куда я там. А если приходит, то интересно. Да, в основном это знаете. Толку. Я добираю пугу. Мы
не стоит. Вот жду, ты так сейчас, наверное, если... Это кто, это? Мастер, а, так он у нас был, блядь. Опа, убил нахуй, всё. Да всё равно, лядия, но... Так он же сказал, что на полтора часа. Это не он. Это не он. Да. Еще раз линковала, когда я присел. Ну что, некоторые еще пришли. Накони, пожалуйста. Пусть нахуй заходит. Метки на танке поставьте. Чтобы их сразу нахатить. Эти метки на танке, блядь. Суперзвезда. Так, суперзвезда. А может, Апан не хочет пойти? И этот. Верни мне квадрат. Ой, блядь. Хочу да, я... да хрен тебе. Я суперзвезда, блядь. Так. Так поставь пана танком. Этот, как его? Исключаю маленького му. Не-не-не, он на корабли зайдет рукой. А, всё, я понял. Тогда не исключаю. Все, пошли, пришли. Не тормозим. Бля, мне Ирпал пишет, у которого КД на ребро ору просто. А тут большинство людей не знает, что тут, блядь, КД на полный танков. Он предлагает принять его КД. Да, он может нахуй пойти. Мне то, что кажется, потому что мне зап нужны как бы трипра. Это намек на то, что ты можешь ему так и написать. Да. С КД. Она сейчас так и напишет. Я догадываюсь. Я написал. Войт, делай этот мастер лут, лутай всех. Вот мы и на месте. О, если кто-то лутанет, мне выскочит. Соответственно, этот. Скажет, пуги, блядь, какие-то этот, блядь. Жадные, блядь, евреи, нахуй. С чего ты взял? Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце. Тёма, я там чуть твой номер, блядь, не скинул в лучат, нахуй. Да и похуй, ёпта. Позвонил бы мне какой-нибудь долбоёб, выслушал о тебе много нового, ёпта, и нормально, нахуй. А куда я? Кому позвонил-то хоть, ёпки выйти? Сидира. Да я просто хуй не знаю.
Там тебе Зоил кидал бомжа, но ты, блядь, не отвечал. Да не Зоил кидал бомжа, ты так. Через маргинала тебя искал. Маргинала нет денег на счету, мне сказали, что у тебя номер ВК есть. Понимаешь? Номер у меня ВК есть, да. Дай мне свою страницу ВК. Я ее скидывал в Дискорд. Кто успел, тот успел. У меня на кста есть. Да-да-да. Да. Если потом не скинешь, я им пиздячек буду раздавать. А там страницу ой, этого медведя. Где лимон пропал? Я вообще давно не видел. Вот нет, пропал. Мульти точно в защиту его могу сказать. Он уехал на море. Но он уже дома. Да, не а какого хуя он не проведет, блядь? Потому что он, блядь, нихуя не поспал. Может, он спит. На работу, блядь, приехал сразу. Сон для слабаков, нам. Да-да-да. Кто РТ проспал? Ну да-да. Для слабаков. Лучше вон трэш ловить. Пан, встаём, бежим. Вставай. Не тормози. Не успел просто пару ударов дать. Вот это, что тут появляешься возле инста, это заебись. Я помню... Когда качаешься, есть какой-то инст задроченный, там что-то да по шахте вот надо бежать. Да-да-да. Я туда никогда не мог прибежать. Когда на Никсе я умирал, блядь. Да, на мёртвые копии. Наверное, блядь, туда пиздец надо дойти, блядь. Ты этот, целый как на интеллект. Редко и выше, чтобы зелёнку могли лутать нахуй. Пока ты её подлутаешь. Нет, если он поставить редко и выше, то будет лутаться только в групплуте синее и выше. Ну, так вот именно. Лутинник будет показываться зелёным. Да и хуй там не... Времени дохуй не долго тратить будет. Или, не знаю, сам думаю. Станки вообще не падают, нахуй, ёпта. Тут скаут. Турбайс, а ты как сделал квесты, кстати, если мы десятку не добили? А это квест делает... по-другому. Надо ТПшница из Долорана в ЦЛК у NPC, а потом уже доделать. А ну, что, там, можно короче, в ЦЛК трешат... ТПшнуться? Пиздец. Да. Там как раз ТП-6 в ЦЛК модифицированные, и там надо убить трех мобов, у которых по от 320 до 680. Жало, да? ТП. Да, в соло. Ты сильно бьют? Ну, там компенсация, баф висит, который каждые 5 секунд восстанавливает 5% здоровья и маны. То есть расконтрить можно, да? Ну да, раскайтил, убил. Нормально. Легче, чем первый квест. Намного легче. Это что за квест? Так, давайте на звезде обмен. На легендарный пост. Звезде обмен даем, фласки выдам быстрее. Припо, давай. Еба. На нахуй. Я похуй. Даже спрашивать не буду. Я не пью их. Продам. Не продам на уроке. Ты, блядь, тогда 2к голды нахуй дашь, еб. Не такие дорогие? Нет. 30 голды, ой, 15-14 голды за штуку. А, хаст, хорошо, на. А очень шо, сильный, когда пью припозд. Можешь с двух окон кидать, дай обмен, блядь. Маги стол, да, там поставили. Быстрее только. Все делаем быстрее, обмен быстрее. Турбо, давай припозд, нет. Все, давай. А огненный зел? Ну, нету. Давай. Следующий. Есть. Еще. Все, у всех остальных есть? Кугом тоже, что ли, выдаешь? Нет. Слишком жирно будет. Рыбу кушаем, чек на готовность. Настой пропиваем. Приступ буф есть. Рыба. Там не то, что жирная, просто мы в одном рейде. Ну, наверное, потому что... Ну, поэтому пуги должны закупать все до рейда. Поэтому они не должны ничего покупать. Друг Сворд. А нихера себе он зашел?
остальные кто есть? Ну да, всем здрасте, меня слышно? Да, ну хреново, у тебя что-то зенит. У меня комп есть, не работал или починил. Нормально, так, Тися тут, нет? Да-да-да, сейчас поедем, готово. Кушаем. Так, справа Дживса поставил, закупайтесь регами, оперативно только. Чинимся. Так, соответственно, на пул, на квадрат, чек на готовность. Все готовы. Байда может принести. Так, счет на пол. Да не отводи, нормально. Геру. Что, у него с фреймом? На... То красный, то синий. Шпам играем, не забываем, быстрее. Шпам. По шипам. Да, да. Быстрее. По шипам быстрее играем. Алиса, дай прожимку. Слушай, уходим. Не стоим. По шипам. По шипам. Ушли с этот с лица. Ушли с лица. Алиса, куда ты нахрен подошла? Иди сюда, бегом. По жопу встаем быстрее. По шипам. По шипам. Ты ему понравился. Я пал. Ну чат читает. По шипам. Походу ему все приты нравятся, мне тоже где-то четвертый. Угу. По шипам играем. По хил рейда. В лужах не стоим, ребят, по шипам. Оперативнее по шипам играем. Под жопу босса. Угу, молодцы. Подрезайте. Бля, ботинки хорошие. Шея на массу. Что ты там, кого хотел, говоришь, кота одевать? А чё? У масса такая шея уже. Вот, у него уже есть. Хорошо, с кота боты возьмешь. На ачивку сделали, да? Что за ачивка там? Шипы. Давайте не тормозим там. Потому что этот, как его, Войт убирает эту фигню. Осколки Андролан, да? А, да. Да. Убирай, потому что мы не гильдии рейдом идем. Не забывай об этом, Войт. Убирай его. Пускай ролит. Ролим. Так, Алиса,
вперед. Ну так по ИПГП же, правильно? Ну теперь да. Потому что если по гамма надо... просто кидаю, если никому надо, то по ИПГП. Да, да, да. Трэш да. Уже сами. Ну так. Ё-моё, я по ГГП взял. Нормально это все, ничего страшного. Нормально все. Бьем, 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 бьем. Не тормозим. А чё, Джурадо? Ну, как бы... Хет. Приведет, наверное, все. Что, варом ну, там не по ГГП надо было. Скажите, пожалуйста, варом разве эти сапоги в бисе? Они не в бисе, но я ролить их не буду. Мне нужны другие сапоги. Сарафочки. Я, блядь, нахуй хожу, котом одеваю. Так, а Монород писал на кота, что ли, нет? Писал только что с собой, я вижу. Вижу, вижу. Монород писал. Давай дальше. Че, кому даем? Ну, блядь, не Вару, это не бис. Вару нет. Скажу, не. Кто сролил? Вар или кот? Вообще, в этот сролил Вар. А и следующий идет Монород. Ну, давай Вару, похуй. Чё теперь? А если будут нахуй платные сапоги, то что, он будет тоже их одевать, что ли? Выход. Блядь, так можно про многие шмот сказать, ребят. Ну, серьезно. Сролил? Чё теперь? Я тебе что сделаю, нахуй? Окей, сейчас буду ткань ролить, нахуй. Нонсет у тебя не тот, бислист, читай свой. Серьезно, говорю. Народ не первый раз с нами ходит. В конце рейда будем ролить. Это правильно. Там уже вы разберетесь. Кому ладные упадут, кому тканевые. Будете мне пиздеть кричать, потом побазарим с вами. Так, не надо никому на пол один, да? А грит это что, 10%? Это распыл. Это распыл. У тебя есть профы распылять, не давай? Да, конечно. Сейчас тебе буду скидывать. Давай мне, я бы... Свободен. Блин, собака. О, бля, флакончик спиздил. Эти флакончики. Дайте стан. На андролов ноги нет. Как бы нахуй еще полвечности бы собирали. И нахуй нормально. Надо было тогда тоже ролик, ёптвенно. Спасибо, короче. А вот кого ты забираешь, да? А чё? Монару, подвигайся, отлично. Ещё раз подвигайся. Я просто стоял. Ну это просто надо смотреть. Трогал, даем бежим. Так и делаю. Сможет. Ну что-то Адон погнулся, сука. Тома, сход, встаем бежим. Так, а у нас у Шарпи, да, было ДК за дичь? Там, да, ДК танк. Он как бы тут нужен. И Белине танк есть? О, блядь. У мастера же нет. Дай турбо из стоит. У меня есть танк. У пана есть танк. Но он не будет просто вторым по агро. Тяните, что ли? Сразу.
Ну, варом я точно не буду, но протопалом можно быть. Посмотрим сейчас. Тыкните в столик сзади. Лист. Да, он будет первый, у него дедашмот просто. Столик хочешь? У всех, короче, мобы желтого цвета, да? Нет. У меня они что-то дружелюбные, нахуй, почти, блядь. Может быть, ты один из прислужников лич. Всем, блядь. Шпион. Так. Так, слева больше ДДшных, да? Справа больше нынешних. Так. Такс. Пан, давай в танка. Ваншот 3 танка? Конечно. Селедка с луком будет? Так, соответственно. У нас первая, третья играют слева, вторая, четвертая играют справа. Так, дай-ка я вот так это все сделаю, что должны справиться они. Что, кто где сюда играет? Вот так вот забабахаем. Соответственно, первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Так, пан, с отсюда тащи и подводи сюда ко мне. Ну, с этого, слева. Также помогаешь. Дайте флорибаха. Рыбу даю, кушаем. Соответственно, ребят, шаман, с тебя жаба, пожалуйста, контроль. Сова, с тебя циклон, не забываем про контроль. ШПшка, мацфир. Главное, у вас сейчас контроль. Соответственно, по мобам играем. Для РДДшников. Ваши мобы без маны, для милишников ваши мобы с маной. Не забываем добивать, потому что могут они быть и вот здесь вот, потому что РДДшный мод, ну, точнее милишный моб, который с маной, соответственно, он очень туго идет. Далее. Извини, чем перебила, дайте каску сразу, пожалуйста. Каску я тебе дал. 10 минут? Я тебе 10-минутную дам, просто два танка я в рот окинул. Хорошо. Это дальше. Как его? Служу быстро выбегаем, быстренько контролим. Соответственно, контрольных стараемся не убить. Далее, на второй фазе. Отбегаем от духов и не забываем про трэш. Босс будет стоять в центре, соответственно, будем свечиться то слева в трэш, то справа в трэш. Здесь понятно. Если все четко сделать, соответственно, убиваем с первого. Чек на готовность. Я справа, слева танчу. Посмотри, попать. Ну... Вторая, четвертая справа. Соответственно, твой моб, главное, удержи моба этого, который без маны. Но что он может нахуй пошотать. РДДшный не так бомбер. Последний чек. Бля, а чё мне не сказали? Я фласку, сука, не выпил, блядь. Вот рак. Так выпей фласку. Войд Зоэл, мой народ, чё вы фласки не пьете? Так, Женя, все фамилии готовы, отчет на пол.
место станет вашей могилой! Но спалмастер же где? Моб взрывает. Отлично. Милишники слева, которые там... моб сзади. Контроль. Контролим. Ебучий петард. Дворский петард, в смысле, он, да? Да, блять, он мне все КД нахуй слил, блять, уебище. Он вас, блять, воскрес, ебаный в рот. Моба, блять, помогли, милишники сзади, бегом. Следующие уже вышли. Отлично, красавчик. Быстренько по нормам играем. Контроль готовимся. Быстрее мобов сносим. Контроль. Вайда можете убить. Сразу убили, блядь. Да я его добил. Милишники по мобам сыграли, пожалуйста, блядь. Мобы живы. Понимаете, чем больше мобов, тем хуже. Уже следующие вышли. Сейчас все играем по мобам, с обоих этих. Контроль. Готовимся контролить. Контролим. Рогу законтрольте. По боссу. Мобы. Контроль. Контролим. Ты не в сил, противиться моей воле. Контролим. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Отлично. А босс? Ага. Так, стопнуть. Стопнули. По мобам играем. Блять, вторая фаза. Все играем по мобам. Алиса, босса лови. Геру, по мобам играем контроль. Быстро, все по мобам. Мобов доливаем. Хуёво перевели. Все по мобам сыграли быстрее. По мобам играем. С той стороны мобы-то полезут, блядь. Духи. Милишники, мобы, блядь, справа. Сука. Контроль. Надо. Мобов. Так. Духов не взрываем, ребят, блять, про хил рейда. Зерадок это кто? Селем. А? Журада, бейрь мосу, быстрее. Селем, можешь встать? У меня в луч прилетел. Угу, монород, бейрь мосу. Моса, Джураду. Контроль, готовимся. Контроль, мобы. Контролим и по мобам. Угу. Да хуёво у нас. Меня забили.
Можно падать. Ну, шикарно. Два хила. Да, ложись. Стоп хил. Отходите от босса, стоп хил. Так, потемов нет. Плохо перевели. А вы не заметили метки вешал ДБМ? А, вот смотри, вешает луна, вот, квадрат, луна, и луна, квадрат и что еще? Дело, знаете, в чем? В том, что люди дают контроль, вот вихрь, да, и у меня на проклятии КД минута. И вот контроль получается один в один. И, ну, ну шляпа получается. В одного человека дали 10 контролей, а в два других бегают вайпают рейв. Надо назначить несколько людей на каждую метку. Допустим, если друид может 100% вихрь, ну за вихрем никто ничего не сделает, и того не убьют, и этот не убьет никого. Допустим, на этот квадрат, да, на треугольник еще там маги, какой-то лог там постоянно фир будет кидать, и на третью метку еще кого-то. Стан от ретрика тоже зайдет. Да я в стане этот, если подходит, соответственно. У нас ретрика нету, у нас два танка. Я иногда фиры скидаю. У нас есть ШДК нет второго, которому в агро держать. Хуёво. Ну чё, босс пошел еще? Ну это шарпи, надо было идти шарпи, а не паном. Потому что это второй БДК. Давайте почему с правой стороны так долго умирает мобы, блять, я стою нахуй, бью одного моба, как дебил, блять. С правой или с левой? С правой стороны, если отсюда. Ну, Шарпи СДК Соломан не убит. Шарпи убит. Он с нами гонял. Или это Шваки гонял? Не знаю. Он мне только что написал, что у него Соломан не убит. Пан, у тебя не убит Соломан на ДК? Его не взяли. Ну, значит, шваки ходил, ёпт. Не так, так точно тебе никто не говорил. Так только я тут со всеми разговаривала. Ладно, так, сейчас попробуем. Рыбу кушаем быстрее. Чё, по меткам будем что-то думать? Ну, так и чё? Так. Чё там давалось? Луна... Треугольник, квадрат и луна, да. Треугольник? Луна и квадрат, да? Соответственно. Давай, мой народ, с тебя. Луна. Если что, клинит, помогаешь шпиром. Если его возьмет. Соответственно, если не возьмет, помогаешь другими. Так, мой народ, ты на луну, дальше. Шаман, ты на квадрат. И что там еще, треугольник, да? Угу. Ну, лилучик с турбойсом, пускай. Да, лилучик. И твой стан. Теряешь, как его, на этот, трусы, соответственно. Далее, клинит, помогаешь, если кто-то из них, соответственно, или луна, или этот, контролится. Давай, соответственно, монород у нас на луне, зеродок у нас на квадрате, да, и, как его, лилучик у нас на трусах. Соответственно, клинит, анкил, турбо. Старайтесь подсосистить, если кого-то из них взяли в контроль. Три человека. Соответственно, ШП даешь постоянно масфир, когда контролят. На всякий случай. Смотри, я масфир дал два раза, и оба в резисте. А, да. Сняли, пожалуйста, молитву защиты от темной магии. Крестовскую, не бафайте ее на этом боссе. Все только снимайте. Все снимаем, да, иначе в резист уйдет. Фир резистить не надо. Так, рыбу поели. Все то же самое. Соответственно, ребят, следите даже с правой стороны. Следите, если на левой не убиты мобы, помогайте. Чек на готовность. А что, войду не дали СПД, Алексей? Ну, наверное, не просил. Отчет на пол. Это так сильно. Пан, на второй фазе садись чисто на босс. По мобам я справлюсь. Играем, играем по мобам. Вам анонсировать это не должен. Юбилейный, прикинь, моба.
Угу. Контроль. Блять, зеленку там прожал юбилейный. Беги. На кого он загрался? Контроля. Маги проклятия сова. Спасибо. Так, взорвался с лестницы, да? Да, лестница, заебись. Агадашный. Блять, не 250 таунтов, ребят. По мобам играем, пожалуйста. И покажи чужакам мощь нашего гофеиния в сил. Противец. Контролем. Так. Быренько мобов доливайте, милишники. Ваши мобы. Еще сзади один моб. Сзади один моб. По мобам. Контроль. Квадрат помог. Так. Моб. Еще, блядь, один моб, сука. Не бесит это. Трэш, трэш. По трэшу, давайте. Дайте за хп, чтобы вовремя привести быстро. Но сейчас после этого надо переводить, одновременно переводить это сам. Мобов, мобов, мобов. По мобам играем, ребятки, по мобам. Служа. Блять, Геру дали, сука. Контролим. Душу купил. Играем, играем по боссу. 5%, давайте, должны перевести. Пан на босса. Трэш, 5 секунд. Давай, 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 все отлично. По трэшу справа. Играем по трэшу. Пан, чисто на боссе сидишь. Так, БР есть? Никанул, когда? Минут. Нету. Контролем. Я вар вылетел. Контролем, контролем. Да, духи, ребят, по духов следим. В миллизоне дух. Следим за духами, ребят, не слакаем. Так, кто там? Моса, Бэриш, Зойла. Дальше потом Монород, Бэриш, Лиловчика. По мобам. Играем, 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 за духами следим. Я в контроле. Контролем. Духи. Добиваем обоих быстрее. Леди. Трэш, 3 секунды. Дух миллизона. По трэшу. Молодцы. Давайте больше-то, блядь, духа взрывать, ребят, следим за этим. 5 Зойл умер. По пульте. Контроль. Спил жаб. У Джорады есть БР. Да, откуда шел? С кого? Так, Зел, тебя подняли, да? Да.
лично, как его, соответственно, контроль готовится. Контроль, не убейте. Не убейте, пожалуйста, ребят. Откуда ты? Блять, ну вы что, издеваетесь или что? Ёбана в рот, нахуй. Вы хила уже третий раз ложите. Духи. У Джерада есть бар. О, дал бар. Отлично, давай ты назови его. Сколько до берсы? До берсы 4 минуты. 3-4. Мобы. Служу в воде. Контроль. Дал прожимку на всякий случай. Гера была? Рогу не убейте. Вольт, дай этот после мобов, дай Геру, пожалуйста. После контроля. Блять. Мобы по духами. Мобы по духами, сука. Зоева, мана давай. Есть? Давай, Гера. 5 минут. Духи. ШП здесь, нет? Мёртвый. Или зона? Умер. Угу. Я 37к убила. Мана мало. Геру дал, нет? Нет. Контролем. Ребят, не убейте только Мосса, пожалуйста. Не убейте, контрольте его. Я скиллы на КД нахуй. Дай прожимочку, пожалуйста, Алиса. Играйте, по-моему. Угу. Давайте этих мобов доливаем и чисто в леди играйте. Быстрее. Доливайте мобов. Остальных, чтобы не держать. Ага. Отлично. Играем чисто в леди. 7%. Готовимся к контроль. Сова, дай. Листов. Контролем. Контролем. Доливаем леди. Контролем. 1%. Молодцы. Плохо, не молодцы. Молодцы. Плохо. Плохо. Но. Говно лут. Не говно лут. Нормально. Так вы че, осколок прибыл, да? Почему? Офну пивар. Заходи, варм. Ты издай на медвея. Офигеть, две вещи нахило. Угу. Войд зашел, можешь этот лут посмотреть? Все? Ты можешь ролить, нет? Ага. Сейчас бери тогда. Что упало вообще? Покажите, я отойду. Упало чё? Так, грудак не надо никому. Да. Друиду надо. Граде на ты. Ну так ты роль. Потому что у меня... А чё, спринцов не будешь брать? А чё там? Т-10? Какой, Т-10 отсюда не падает. Скажите, когда ролл-то будет? А, за что? Так ролл уже идёт, чё. Войт, когда можете как-то проанонсить, нет? Чего? Объявление рейд. Кольцо там с фолмастером, видишь? Потому что я кольцо даже не ролил. Это кто? Ну, ШП. ШП с духом. Крик. Ну, хоть с духом, там получше статы. Да не, не. Так, как тебе... А, вы ролите вот этот маг, да, с фолмастер? Ты говоришь, да? Нет, это спалмастер ролил, а ШП не ролил. Ну так роль. Кольцо еще не разролили. Благодарю вас, пока вы не прибыли. А Альхилон вообще как нормально, ненормально? Наверное, ну, что нормально. Мне не надо. Бисовое кольцо. Я проверить, я случайно. Я с ролом на ШП-шку. Давайте дальше, чистим трэш. И чё, сколько не было, да?
Да, когда ты скорее всего офнулся, его не было просто. А вар, который... Кто-то есть еще с квестом расколотый трон? Говорят. Там спрашивал Андрова. Чего не был? Там был осколок. Вот, да? У Турбейса есть осколки, да, я Турбейса что? Да, и Турбо. Сейчас дам Турбо. Турбо, иди, отследил тай. Хули делать. А посох разрулили, нет? Нет. На ролл кидай посох. Там. Какой посох? А, ты про Зелитома не видишь? Воу-воу. Давайте посох только не протыкивай. Сейчас. Вот это вот хуйня, только не рольте пока, шасом. Да, пусть уже ролит. И кидайте, пожалуйста, объявление, ну, время. А народ, ты не можешь, народ. Только локи, присты и маги. Так, анкил, дальше. Там и добавили спелос. Друида и шама. А, да? Да я вижу, сейчас добьют и раскину его нахуй. Так. Анкил 95. Ну там еще Зоил, да? Подожди, так это ролл, что это, посох или осколок? Посох, посох. Ну так вы... Кидай ролл. Ну, вы хоть говорите, вы там же за осколок говорили, тут уже посох ролите. Так. Мастер сказал, это не ролит сейчас. Анкил сролил, когда сказали, что сейчас ролим. Угу, угу. Знаешь, под нашим. Да, да, конечно. Так, давай-ка, давай. Так. Блять. Ты оскол... я посох не вижу. Турбо, иди сюда. Какой? Я забрал уже все. Посох забрал? Посох забрал, нет. А, посох нет, этот посох я не вижу. Я сейчас иду. Сейчас я пойду, может, я вижу его, блядь, сейчас верну. Я его вижу, Тём, я уже подхожу. Значит, заберешь. А, да, пусть он килл подойдет, пусть он заберет килл. Да нормально, он килл с нами ходит. Зоил, в следующий раз... Да, без вопросов. Ну, типа, да ваше время терять, я на месте уже. Дай мне добычу, я... Да он передам. Сейчас подойдет, ничего. Ты уже у нас аксец ходил, блядь, знаешь, чем. Анкил не ливнет. Я в него верю, нахуй. Ливнет, я буду, блядь. Сейчас через час пройдет, нахуй, сейчас ливнет, потому что его спать, нахуй. Я тоже не вижу, кстати. Блядь, я его сейчас вижу, нахуй. Короче, все, давай мне лут. Ну давай. Значит, нахуй Зоил заберет. Вот сейчас я его вижу, а так не я могу. Я тоже вижу. Видишь, а лутать я его не могу. Хо-хо-хо. Прикинь. Видно. Видишь? В смысле, нет? Я не могу лут посмотреть. Так поставьте, блядь, на анкила, пусть сам может, заберет. Может, фри лут. Забирай. Нельзя? Ой. Ну, заебись, чё. Что, вы тут без меня лут просрали? Да. Дай на меня добычу сейчас. Я вижу его, попробую. Ну, ты его видеть увидишь, а сейчас хуяк, смотри, смотри. Прикол. Хопа, нахуй. И не увидишь. Может, админу написать? Так, а чё за бред вообще? Не наберется. Даже тебе спалмастер. Может, я лутанул, короче, сейчас я вернусь, блин. Да, затянем немножко. Давай, пробуй. Лут нам нет, блядь, когда я лутал. Чё ты быстрее меня... Пробуй. Не, ну это бред. Ну типа, давайте на форум лутим. Да, пустой слот, блядь. Не вижу его нахуй. Че, когда ну, он добычу ставит, не видно? Нет. Даже... А, Void... а на войде был РЛ, да? Нет, на войде был этот. Лутер. А лутер на нем был, то возможно, поэтому и не, блядь, не дается. Ну ладно, ничего. Нахуй, успеем мы собрать. А я могу взять. Лутера на тему, либо кто может? На шамана. Я могу. Хант.
Я его прям сейчас тебе кину, блядь, и ты не будешь видеть. Да, не вижу, я даже лута. Все, давайте, понимаю. Поднялись на корабле, забили хер. Заскриньте, если что, напишите, блядь, на форум, может, это сделаем. Я сейчас напишу. Турбо может написать, у него там кадми... этот, блядь. Нет, открытый... Давайте, поднимайте на корабле. Пан в ДД спекнулся. Отлично. А если фрилут поставить на турнир? Да такая же хуйня, чё вы, ребят, блядь. 50 раз проверил, нахуй, прежде чем уйти с босса. Давайте. Обидно проявить, но мы не первый раз его убиваем. Да ничего, блядь. Успеете нахуй собрать. Ворот подошел, давай, Зола, подходи. Соответственно, Алиса, прыгаешь. Так, 4 плюса в пушке. Спеллмастер, Монород, Фаркли и Зойл. Соответственно, 2 правые играют по дальним левым, 2 левые, как его, 2 левые по дальним правым. Не забываем. Ты что, сказал мастерно? Нет. Спелл, мастер, монород, фаркли, зойл. Сейчас не запускайте. Ты войдом бежишь? Угу. Рыбы идем. А как ты странно с корабля спрыгнул. Блять, у меня просто непонятки, что происходит вообще. Так, все здесь. Угу. Чек на готовность, ребят. Кидайте на следующий раз объявление рейда на хулут, потому что да, я не вижу одну на второй. Завел. Так, Пуси, останешься на этом корабле, будешь напуливать на меня. Надеюсь, джетпаки взяли все. Нормально, чё ты? Вы видите? Что это? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Так, а маленький... А, вот, всё. Маленький муту. А то я чё, блядь, чё-то, блядь, забыл, нах. Пан, это феникс за 200к? Да, ага, подарили. Ну-ну. Ну-ну. Я запомнил. Так, прыгнула. Прыгаем. Подарили ему, угу. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Прыгнул. Прыгнули. Турбойска будто танк. Тебя херачит, их не знаю кого. Так, а стреляет. Хотел тоже. Там запинов этого.
Прыгнули. Блять, прослакал. О, сейчас заберу. Ты там кальян, что ли, куришь такой, этот вдох? Не, этот. Вейп, вейп. Экономия нахуй по сигаретам, блядь. Иначе я, блядь, за рейд одну пачку нахуй угурел. Нервы, блядь. Не хватает на вас. Прыгали, остальные прыгнули. Кто-то с Аджира проплатил, чтобы он меня отвлекал? Чтобы я была последняя по ХПСу, да? А чё у тебя такая? Так, а вы нахуй еще, блядь, попишитесь нахуй. И, блядь, просто буду ГПшку нахуй раздавать, блядь. Вы еще на лече попишитесь. В чат, я понял. Папин точно захиливает нормально. Угу. Ой, теперь надо про маленького шамана снимать надо. Угу. Прыгай. Он нихуя не маленький, блядь. Маленький, нахуй, скажи. Я маленький, безобидный шаманчик. Пушки, главное, не убейте их. Ты его специально не меняешь? Пока все не перепрыгнут. Чё не меняю? Кольцо за репу на хиловской. Ну, не знаю. А чё там топово? Ленин, уходи. Окей, СПД только от урона идёт, нас прокает. Ну да. Ну вот этот кто он? Шок. Давай, плащик огильный, блядь. Что? Что? Почему меня куда-то телепортировало? Что? Я куда телепортировал? К Саурфанку. Нормально, я... Что фану там подарили, блядь? Что он теперь... Да чё, блядь, этого нахуй Колбана? Подарили? Феникса ему нахуй подарили. Резнули шипешечку. Да выпахали там... даже... Ну, блядь, и кто там? О, плащик, нихуя, блядь. О, друзья, нахуй. Ууу, я забираю. Ты уже посмотришь, что я, блядь, пиздатый. Ну, почти я его, это, блядь, покрухан. Так, все, ролим. Блядь. Нахила ничего не Саджира сронил, да? Для это. Угу. А, ты меня ПР, блядь, включен, сука. Юбилейный. Плащик. Бам-бам-бам, держим, держим, держим. Хороший плащик. Ну, блядь. Ролите, я... ребята, алло. Пам, Мидвейна. О, пан, хороший. Райтрик убийц, нахуй. Да. Ну это по ебашке уйдет. Шея. Она на ебать, Саджир уже 30%. Она... Нет. Она, во-первых, с хитом. Она идет, короче, альтернатива по грухе, если у тебя есть кольцо. Понял? Все? Больше нет? Никого? Угу. С кольцом перекрыт. Тут же, блядь, все шею носят другую, ебаная, я и забыл. Ну да. Где будем танчить или как? Потому что, блин, места нету. Что, где танчить? Ну, этого, Саурфанга. В таком нахуй внизу, блядь, всегда, как всегда, наверху. Вот. Да, блин, тогда этот касаться будет у нас. Разролил, ну, плачь, по гильдия для мэнспекта. Дарт Вейдер, мэнспект, да? Конечно. Мидвейн, Дарт Вейдер, Мэнспекна. Мидвей Вин, да. О, сука. Ну, блядь. А я так бы его не забирал. Мне бы с ИВК в идеале, нахуй. Наш, если кто-то из наших ролит, уйдет по ИПГП. Так, далее. Рыбу ставлю. Быстрее бафаемся.
Кстати, как тебе перчатки ключужные? Да, нормально, ну,